рот. Это он только приехал, надо показать себя. Смотри, у него капот сейчас откроется. Разве Toyota? А то у него вроде китайцы бывают. Это Toyota, Toyota. Не ссы. Я надеюсь... Фильтра нету. Это реально он гибридный или просто? Не-не, он реально гибридный. Фильтр. Он у нас в багажнике обычно находится. Снимай его. Андрюха. Да. Он у нас обычно лежит в багажнике, чтобы не пачкался. Драгрейсинг, Нивы, блин. Это серьезно. Это серьезно. Блин, чувак! Погнали, нафиг расти, да? Белая пока делает, красненькую. Ну а так на горку выскочили одинаково. Правой руки везде. Вам на, проходите, естественно, левее. Понятно, да? Давайте все сюда, кто участвует. Так, ребят. Далеко не все. Не, сейчас в лагерь отвозить. Сейчас, ничего. Сейчас все. Значит, смотрите. Траска такая, мы здесь не стоим. Все построено на инерции. То есть по скорости это ваша судьба. Только где-то замешками от силы. Очень просто. Опасности нигде нет. Но если как бы не заехать специально. Вот. Значит, у вас везде справа привязана верхушка. Вы проходите слева. Понятно, да? Везде опустим. Значит, уже пешком пройдем всю трассу сначала. Давайте, сейчас пройдем. Сейчас только соберемся всех. The child, hi-ho the derry-o, the wife takes the child takes the nurse, the child takes the nurse, hi-ho the derry-o, the child takes the nurse. Бугорочку сможет, да? Да ладно, все, да. Эй, поднимаюсь, несколько. The nurse takes the cow.
know the burial, the nurse takes the cow. The cow takes the dog. The cow takes the dog. Hi ho. Когда заходит, это самая такая длинная машина. Мы поэтому по ней равнялись. Наши люди! Да, там, а, что выняли барсетку у него или что? Там как на карточке начали перечислять деньги. Слетал, Валера, я тебе говорю, там как начали перечислять деньги, он не знал, куда эти мешки девать. Заработал. Ну. Под индейца закосил. Наколбасил денег, Паше дал. Нет, да? Бизона спрятал. Ну, во-первых, есть уже бизнес-план реальный. Люди приняли, да, то есть можно ехать напротив индейца. То есть ты пробил уже это дело? Да. Поэтому, ну... Ну что, ребят, давайте на старт тогда, да? Давай, только я дорогу не запомнил. Так меньше надо было вот этой дырка. А ты посмотри, там у тебя... Это тест-драйв камеры дыркалкой. Вот тут в конце как, куда мы едем? Маме, привет, мама! А у тебя камера выключается, да? А у меня не выключается. Передаю привет маме. Камера ставь, как будто как навигатор. Нет, там никто не ездит. Как рассказывают, так и едет. Вот сюда. Слышишь, куда? Так здесь поверху заезжают? Да, поверху вниз и налево. Да? Я хочу с тобой стартовать. Ну давай. Можно. Нет, у тебя что-то сломается. На штурке или что? V8, хватит. Вот это фолловеры творят, смотри. У него и газовая заправка там, и воздух. Так ты снимай это все. Что ты Васе рассказываешь? О, Руслан, у тебя хорошая шумоизоляция тут, я смотрю. Это что, это как хлебный батон, ее потом есть можно? Да. Я смотрю, как батон хлеба. Ты снимаешь, чтобы все видели. Все уже все давно видели. Не, вот это не видели. Это называется шумоизоляция. Из хлебного мякиша. Шумоизоляция из хлебного мякиша. Он берет батон, берет, размягчает его в воде, потом залепливает здесь. А когда тяжело где-то в походах, он берет его, ест. То есть как бы обоюдное... Морда, посмотри, как здорово.